Трикотажное платье отлично подойдет для пятничного культурного выхода. В нем вы не будете дрожать от сквозняков или сгорать от стыда из-за несоответствия дресс-коду. Но чтобы уютное платье не выглядело домашним и банальным, его нужно правильно преподнести светской публике. Театр начинается с вешалки. И собираясь на торжественное мероприятие, следует думать не только о наряде, но и о той верхней одежде, которую вы собираетесь поверх одеть. В этом образе распространенная ошибка. Брошь в виде розы сочетается с шапкой по цвету, но это не имеет значения. Гораздо важнее сочетание по стилю. Но откровенно спортивная стилистика шапки и пуховика вступает в конфликт с праздничным настроением платья и броши. Сюда бы идеально подошло классическое пальто. Под трикотажное платье подбираем блузку с романтичным и модным бантом. Дополним лук аксессуарами по сезону, теплыми и трендовыми. Это берет, сапоги, трубы и перчатки. Все в молочной гамме, которая идеально сочетается с синим оттенком платья. Делаем образ богемным за счет объемного шарфа с ультрамодным рисунком «Гусиная лапка». Стильно утеплиться можно за счет молодежных аксессуаров. К этому трикотажному платью прямого силуэта идеально подошли митинки до локтя и необычный шарф-воротник. Романтичный наряд и спортивная верхняя одежда – плохой союз. Сделать образ на основе трикотажного платья одновременно комфортным и стильным можно с помощью теплых аксессуаров.